Вот эта снегоуборочная машина у нас тут в сене стоит. Лопаты. Вот уголь пошел на улицу, как смотреть, Володя поставил эту машину. И как всегда вручную. Вот он где. Заяц скрылся. Там у него печка топится. Вот он, видать. Пошел он туда, видать, ведро вешать. На трубу, чтоб снег не попадал. Я за водой ходил, пока принес. Лежу, он тут копается, как букашка. Дорогу тарит. Там он труба из храма идет, вторая. Вот это вот. А рядом ведро вот это. Его надо надевать сверху. На трубу, чтобы снег не попадал. Ну вот он лезет сейчас. О. Все. Я ему сказал, да, еще он уже все делает. Голуби. Это у меня голуби на крыше. А это дикари летят. Сидят на обналичке. Люблю я голубей. А это дикари у меня тут. Вот они на окнах сидят. Ну, что-то полез куда-то. Ну, какие у него унты подарили ему. Игорев Бодобудова отец, что ли. Вот он как. Сосулька какая показывает. Вот это да. Ну-ка подожди-ка. Это как кинжал. Да, похоже на кинжал. Во, видал как? Это сегодня 1 января, 20-й год. Вот он сейчас залазит. Ой-ой-ой, да две еще. Ты не грохнись с ними. Нужны они тебе. Брось их. А то упадешь, напоришься на них. Это я рукавицу надеваю, поэтому так. Тащит кинжалы. Еще. Я буду сейчас воду заливать. Там... Воду заливать, а? Да, там воды мало сейчас. Ну так все, заливай. Там много воды надо? Два ведра. Так а похоже на меч, как рукоятка, гляди. Да. Прямо настоящий меч. Ну с кем бороться-то, не с кем? Не с кем. Положи где-нибудь, чтобы она лежала. Ребятишки, придешь и отдашь им. Вон такая лопата, воткни там вниз, чтобы они только сами не взяли. Что-то охрип голос. Вот у нас, говорит, елка, вот она какая красавица. А вверху шишек столько у ней. И потом шишки эти у нее не каждый год бывают. Вижу, нет, показать хотел. Сломался меч. Что, сломалась? Да.
Ну, какие у него унты, это вообще. Ну, считай, что пилот. Вот здесь я сбоку зайду, сфотографирую голубей. Их не видать. Вот они. Не знаю, видать, не видать. Вот они голуби сидят. Сколько их тут? Вчера насчитал 18. Кормить всех надо. Вот они сидят. А тут у меня воробьи тоже посчитал. Ну, примерно около 100. 100 воробьев. Вот они ждут, когда я отойду. Столы накрыли ему. Стол прям настоящий накрытый. Там семечек насыпал жуланом. Говорят, нечем заняться. А как нечем? Нечем, есть. Вот на столе ящики стоят. На столе вот они, выдвижные ящики. Вот так, видать. А это у голубей сегодня почистили. А там много семечек, зерна тоже едят. Вот они, мои голуби. Да прямо вплотную ко мне подошли. Они меня уже не боятся. Опа! Я прям подойду и здесь поснимаю их. Вот они где. Вот они где. Вот. Ну, многих еще нету, там на следующем, вон там сидят. Ну, по 17. Эх, воробушки. Вот они летят. Ну, ладно. Ой, как хорошо. Их никто не кормит. С голоду помрут. Вот они. Гули, 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 гули. Да гули хорошие. Да гули замечательные. Володя, воду таскать. А там же шлангом делали, закачивали, а? Шлангом закачивали. Ой-ой-ой. Это наверх поднимать, вот по лестнице, там снег. Пробраться туда и там уже внутри там бак заливать. Вот что делать, там наш шланг был. Хозяин. Ой-ой-ой. Над головой тут у него это ведро как раз. Которую надевать надо на палки. Вот она. Ну, пока так вот. Ведро поднял одно. Ой-ой-ой.
Одно ведро установил за другим. Вот это солнышко. Я на солнышко уже гляжу. Вот оно. Между веток. А там вон сучки утопали. Огромный ветер разломал. Крышу погнул, окна побил. Вон они какие. Тополь. Он ломкий такой. Береза-то не отломится скоро. Руки мерзнут, я поэтому рукавички надел, а как рукавички-то неуклюже. Это вот забедать здание ветеринарное рядом. Это бывший краевой суд подальше. Не это здание, а за ним красное, вон там, видать, с трубой. Это краевой суд, теперь музей истории, литературы, искусства и культуры Алтая. Вот так.